Всем добра, с вами я, Александр, это канал Алекс Реакшн, и сегодня мы посмотрим видео Ярослава Друнова, он же Шаман, называется композиция «Мария Мама». Кто-то, возможно, послушает ее первый раз, кто-то, возможно, ее уже слышал неоднократно, и это будет не первое прослушивание, но, тем не менее, послушаем вместе, сделаем реакцию, хотя на такую композицию какую же можно сделать реакцию, тем не менее, все равно я в конце выскажусь и скажу, что я думаю по этой композиции. Также буду ждать от вас комментарии, ну и лайки, соответственно, в поддержку Ярослава и в поддержку канала Alexis Reaction. Вот, поэтому не буду долго затягивать, начинаем слушать. Свечи храма, Мария, мама. Мама.
Такая вот была композиция «Мария Мама», она же «Мама Мария», «Святая». Песня, видимо, про нее, но, как понял, если по иконкам по всем смотреть, то именно песня именно о ней. То есть, если кто-то когда-то не знал, почему именно так называется композиция, вот вам прямой данный ответ. Также очень было интересно, не буду проматывать назад, интересные вставочки про бегущего от этого пёселя, который бежал. Вот, очень интересная ставка. Ну, там, и, в принципе, к словам, да, она была правильно подставлена. Там, как пес, бегу за тобой, по-моему, слова были, и как раз вот эта ставочка была. А также про глаза в самом начале, вот тоже всякие вот эти глаза были вставлены, тоже очень интересная, хорошая подборка всего этого. Ну и в то же время чувствуется, что композиция очень крутая, очень классная. Многим я на самом деле знаю, что она нравится. Вот, и в то же время вот звук вот этого рока слышно, что, в принципе, эта композиция в жанре рок исполнена, не в каком-то другом вот жанре. Поэтому все это сочетание, переплетение, это звучит очень интересно и классно. Чтобы поддержать, конечно, видео, от вас всего ничего нужно будет, это поставить лайк и написать комментарий. Ну и, соответственно, порадовать меня подписчиком на канал, наконец-то, если кто еще этого до сих пор не сделал. Также хотел бы отметить и сказать, что по поводу этого видео. Скорее всего, оно на канале Alex's Reaction пробудет не так долго, буквально несколько дней, поэтому в ваших интересах посмотреть его как можно более и насладиться им. Также, в принципе, есть телеграм-канал, куда я буду скидывать именно это видео, ну и всегда будет, наверное, доступно на Яндекс.Дзене. Ссылочки я, конечно, сделаю все под видео, поэтому Яндекс.Дзен, приходите, подписывайтесь. А также телеграм-канал тоже переходите, подписывайтесь, потому что когда-то захочется вам услышать ту или иную композицию, а где их взять, когда они будут на ютубе доступны, то можно всегда зайти в такие вот сети и, соответственно, посмотреть там на эти площадки. Вот, это немножко рекламы именно где искать все в дальнейшем. Но я, в принципе, сказал, что мне все понравилось, рок, классно, переплетение всего, и это же Ярослав Дронов. Что можно сказать еще о Ярославе Дронове, как они самые приятные и теплые слова, самые хорошие, что поет он классно, шикарно, отлично, самородок наш и наша уже сияющая звезда, вот, которая вот как нельзя кстати засветилась и загорелась, ведя нас за собой и дает нам действительно поддержку. И хорошо, что Ярослав с нами, нынешний теперь шаман, и в принципе, и наверное, все. Много-много можно еще чего-то перечислять, но я оставлю словарный немножко запас на последующий, хотя уже словарный запас заканчивается, потому что одно и то же я вам говорю из видео в видео, потому что часто мы слушаем Ярослава, часто мы слушаем шамана, и многие слова я действительно повторяю. Вот, но вас больше, поэтому у вас слов больше, мнений больше, пишите комментарии, и я, соответственно, с удовольствием их почитаю. На сегодня это все. Вам хорошего настроения и не хворать, не болеть, чтобы вас божества и все святые оберегали от горести, невзгод и тому подобное. Желаю вам добра. С вами был Alex's Reaction, и мы скоро с вами увидимся. Всем пока-пока.